канал Спорт Телепорт. Хочу вам показать новое упражнение по контактному суставу. Это вращение на руке. То есть элемент простой, и его очень хорошо между элементами связывать. Бывает так, что ты делаешь какую-то связку, и потом раз, потерял какую-то ниточку, и это как переходный момент. То есть ты раз постоял, она там покрутилась, ты принял решение и пошел на новый элемент. То есть выглядит просто. То есть у нас движение. Мы вращаем его, можем его вращать в одну и в другую сторону. То есть поставили руку. То есть мы его вращаем, и когда он вращается, у вас как раз принимается решение, какой же элемент следующий сделать можно. А, конечно, когда у нас выступление, мы связки все готовим, отрабатываем. Вот. Но сейчас тренировка, и мы можем именно спонтанно поделать разные упражнения. То есть движение идет начало с чего? У нас рука, вот, и став, когда стоит, он как бы на ладони полностью. Он вращается, и он начинает при вращении немножко смещаться. То есть не надо смущаться, просто вы должны почувствовать это движение. Ладонь совершает такое прокатывающее движение. Вот. То есть пальцы как бы контролируют его. И начинаем мы с базового элемента. То есть вот мы берем на руку, то есть вот так она ставится. И в одну и в другую сторону делаем по полоборота. Поставили руку. Туда оборот, обратно оборот. И обязательно на другую руку то же самое. В одну сторону, в другую сторону. То есть постепенно вы начинаете чувствовать, куда у вас смещается вес, и там можно чуть посмелее. То есть важно почувствовать плоскость. Прошел там один, два оборота. Постепенно. Вот. Но обязательно делать в разные стороны. То есть он у вас как бы будет смещаться, кататься. А когда у вас будет получаться уже просто вращение, то вы можете его с элементом сделать, когда он у вас. Так что попробуйте элемент. Легкий, прикольный, и его легко вставлять везде. В общем, такой незаменимая вещь. То есть у вас много времени на отработку не уйдет, я уверен. Вот. Так что до связи. Выходите на канал, подписывайтесь, вот, задавайте вопросы. И всем удачи в контактном стафе.